Если у вас на даче декоративный сад, или вы стремитесь его построить без декоративного прутика, он будет просто сирота. Почему декоративный? Ну, потому что он, конечно, прежде всего для красоты. И делается достаточно легко. Видите, вот здесь хозяева купили вот такую вот готовую форму, вкопали в землю, положили вокруг дорожки, посадили растения. Но прутик – это не только красота, это еще и большая польза. Ну, например, любой прутик, он привлекает друзей, которые помогают бороться в саду с вредителями. Например, птиц. Если в прудике поселится лягушка или рядом где-то с прудиком, это вообще будет фантастика. Во-первых, лягушка будет вашим надежным помощником в ловле такого вредного-вредного вредителя, как слизень. А еще, вот представьте, отключили вам воду. Дождя давно не было. Вот всегда вот такой вот резерв того, чтобы использовать для полива сада. Зачерпнули. А вода-то это не просто вода. Поливать водой из скважины – это, ну, не смерти подобно, но не очень хорошо для растений. Она холодная, она не содержит кислорода, зато здесь, в прудике, вода, где квакают лягушки – это самое идеальное для растения. Она нагретая солнышком, она напитанная кислородом. То есть это просто живительная влага. Так что прудик – это очень здорово, очень замечательно, очень хорошо, красиво. Вы будете своим прудиком гордиться, если, конечно, будете за ним все-таки ухаживать.